Так, друзья, всем привет, у меня такая прическа. Иду. Сейчас Полина на подготовке к школе. Приехал ее забирать. Сейчас у нас 11, наверное, сколько? 11:15, где-то так вот. Поеду ее сейчас заберу. Находится школа в Малиновке. Так, подождите, я закрыл дверь или нет? Проверим. У нее подготовка к школе в следующем году, найдет школу, вот, и надо ей подготовиться к школе, как там буквы изучить, цифры изучить, читать научиться и так далее. Пойду пока ее заберу, заодно подсниму что-нибудь. Такая вот школа. Вот, сейчас будем заходить, друзья. Идем, короче. Что-то ты как? Сейчас посмотрим. Вот. Вот тут охрана. Родители, наверное, уже начали приходить. А можно? Спасибо. Тут вот родители ждут всех. Одежда, скорее всего. Свет где тут включается? Заберу ее одежду. Вот ее куртка. Обувь. Вот это. Все, наверное, все забрал. Буду ждать, друзья, и подготовки к школе. Пока посижу, посмотрю телефон. Четыре. Пятый листочек вы писали крестами, да? Он пишется на начало учебного года и на конец. Потом складывается ваша папа. Хорошо? Да, да. Чего ты испугалась? Или с мусой. Чего ты испугалась? Зайди в жизнь. Чего ты испугалась? Нет, у меня никого нет. Чего? Я же тебя вижу. Поэтому она начальная. Поэтому понятно, что не расслабляемся, да, там идут баллы. Они не знают про никакие баллы, я им этого не говорила. Они про какие-то диагностики, они этого не знают. Это что играют. Но для вас это диагностика, да. Надо нужно слушать. Поэтому, конечно, там было одно задание разукрасить в квадрате. После того, картинки, что бы вы хотели делать в школе. Там были разные, там играть в футбол, там играть там во врача, играть там в это. И две картинки было там решать примеры и читать, делать уроки. Так вот только 1, 2, 3, 4, 5 человек у нас вообще хотят в школе делать уроки. Все остальные еще дети, они хотят играть пока еще. Поэтому это еще, это нормально. С начала года. Поэтому это к тому, что мы готовим их, чтобы к концу они были уже мотивированы на школу. Это нормально. Готовы у нас уже так, что Андрюша так поиграть хочет и почитать хочет,
Миша, Барри детей сзади станет. Да, Полина готова, Паша наполовину. Это именно полотенце. Дальше там были такие моменты. Понятно, что мы тут еще не знаем, да? Они еще не должны. Но кто-то умеет, кто-то нет. Там же задание было выполнено полностью хорошо, правильно, 2 балла. Если пострадал, хоть начал, но не закончил 1 балл, и вообще, если не поступил, то 0. И в конце общий балл. Поэтому это ни о чем не говорю вам. А? Чего? Потому что никого не было. Да? Пошли одеваться будем. Ты меня просто не заметила. Одеваешь? Ну, вот так вот. А куда мы сегодня поедем? Ну, куда ты хочешь. А ты зачем меня снимаешь? Я зачем? А, ну да, дети рисуют, типа, да? Угу. Пойдем. Пойдем нам туда. Да? Куда туда? Руку давай. Как испугалась. Да? Угу. В школе что там было у тебя? Нет. Что вы там делали? Не знаю. Что ты не знаешь? Вы что-то там в школе делали? Очень хочу. Ну ладно, так хочешь.